А ми засинати геть не збираємося, не дивлячись на те, що буде дуже цікаво. Не казка, звичайно, не казку обіцяю, проте хорошу і цікаву інформативну розповідь від нашої колеги, вже я можу навіть так сказати, Вікторії Халілової, тому що так часто Вікторія буває в нас в ефірі, що вже співведучою можемо назвати спокійно. Вікторія Халілова, флорист, а сьогодні у нас в гостях. Вітаю тебе, Віко, дякую, що сьогодні залетіла до нашої студії. Про що цікаво сьогодні будемо розмовляти? Доброе утро, друзья, я снова с вами, я очень рада. Несмотря на пасмурную погоду, я всем желаю сегодня яркого-яркого настроения. Сегодня в студию я принесла композицию для свадебного стола. То есть она может быть послужить для стола для гостей или же для стола жениха и невесты. Які хочуть заховатися і поцілуватися. Да. Композиция очень нежная, в двух тонах, розовый и белый. Здесь собраны цветочки и кустовая роза, знаменитые рунункулюсы, в народе их лютики называют. Мой любимый хамелацум. То есть, давай ми будемо потім, знаєш, як то кажуть в народі, тикати по ним і показувати да, глядачам, що вони є до нього. Похоже на вишню, да, цвіт вишні. И немножечко я добавила тюльпаном, как бы весеннего немножко, и приукрасила зеленью, эвкалиптом, седым таким эвкалиптом. Почему я выбрала именно эту композицию? Так как хочется преподать невестам и рассказать, что мы должны же отходить от чего-то старого, и что-то должно быть новенькое и интересное. Я приготовила композицию, я поставила пустую вазу, которую накидала бус. Также можно в дальнейшем на усмотрение по стилю свадьбы добавить воды и насыпать туда яблок или же просто бутонов из роз. Будет смотреться очень красиво. Якщо не буде вже чим закусювати, будуть витягувати яблука. А какие основные критерии к свадебной композиции? Чего не должно быть? Здесь никаких критерий нет. Вот как вот видит флорист, какой стиль свадьбы, что захотела невеста, все это обусматривается, договаривается и делается. Главное, чтобы было бы удобно, если же это стол, где стоят тарелочки, какая-то посуда, еда, чтобы это не мешало и не закрывало гостей. К примеру, гости присели, они видят, что на столах накрыто и видят друг друга. То есть не создавать джунгли из цветов. Это просто элемент декора, а не основные на свадьбе действующие лица. Ты прав, Витя. Я так понимаю, что все-таки молодые, то есть невеста чаще всего могут проконсультироваться перед этим и, так сказать, эту композицию уже оговорить, что будет. Конечно, да, мы оговорим, но очень часто заказывают композиции в последнее время в высоких вазах, или же ваза может быть высотой примерно сантиметров 15, здесь она у меня высокенькая. Главное, что эти композиции не должны вот быть прямо вот так вот все завалено, чтобы одни цветы, потому что все-таки гости было все удобненько, красиво и создавался эффект что-то. Я помню, одно время была очень большая популярность на цветы, вообще, чтобы не было никакой подставки, они лежали прямо-таки на столе. Это было весьма неудобно, если маленький узенький стол, потому что все ели в этих цветах. А вот, кстати, по форме стола. Какой должна быть композиция при разных формах стола? К примеру, эта композиция будет отлично смотреться на круглом столе. Посредине композиция, круглый стол, вокруг гости, все замечательно, пространство открыто, все друг друга видят, все хорошо. Также эта композиция на столе жениха и невесты в углу, не посередине, где-то в углу. Их может быть три вазы в разных размерах, где-то в уголочке поставить на угол стола со стороны, к примеру, невесты. А с другой стороны где-то добавить одну какую-то вазу, чтобы было какое-то разнообразие. Будет смотреться очень эффектно. Ну що ж, дійсно, як бачите, дорогі друзі, все ж таки можна прикрасти навіть стіл, на якому, здавалося б, має бути тільки їжа і ось такими прекрасними композиціями. Тому думаю, що немає меж для краси, можна робити все, що вам хочеться. Ну, найголовніше перед цим все ж таки поговорити з флористом, з професіоналом, який підкаже, які ж квіти мають бути, щоб ви там якихось будь-яків не понаставляли собі. Кстати, ребята, я прийшла в програму не з пустими руками, як завжди. Студия букетик, я здесь его запрятала, дарит вам весенний букетик. Ой. И начинка для тебя. Спасибо. Как всегда, обязательно подрежьте, поставьте вазочку, и пусть у вас будет хорошее, яркое настроение. Боже, невже весна, невже квіти весняні уже є у нас в руках. Ну що ж, весна дійсно, Інуся вже аж розквіла, як квіточка. Дякуємо тобі, Вікторія, за те, що завітала сьогодні в нашої студії.